Приступили мы с Мигелем ко второй части кухни. Снял я уже дверцы. И уже успел разобрать одну полку. И вот ее стал реставрировать. То есть здесь все очень печально. Вот. Все шпаклюем, все затираем. Вот эту часть, то есть вот, в принципе, сама шухлядочка-то, она нормальная, но вот уже где-то тут типа прогнила, но я вот все зачистил. Сейчас покроем белым клеем, зафиксируем все, ну и будем дальше продолжать. Так что вот так вот, друзья. Что хочу сказать, вот то, что показывает по интернету, за день вы можете перекрасить кухню, все это ерунда и бред дикой кобылы, да? Ничего быстро не бывает. То есть, чтобы сделать, наверное, нет, покрасить так быстро за 5 минут можно, вообще не проблема. Но чтобы было хорошо и качественно, надо повозиться, да? Механичка, миг. Кысь-кысь? Да. Он самый главный работник. Ну, так что продолжаем мы работать. Чуть позже опять включусь. Да, Мигусь? Ай, ты молодец. Ай, ты хороший.